Это относительно молодой вид спорта, который включает в себя элементы акробатики, гимнастики и танца. Законодателем моды полспорта является Индия. Именно там изначально на деревянном снаряде выполняли различные силовые упражнения. После этого этот спорт пришел к нам. В нашей стране набирает популярность с каждым годом все больше и больше, так как приходят люди с разной физической подготовкой и разных возрастов, начиная от деток от 5 лет, заканчивая взрослым возрастом уже. Мне нравится этот вид спорта, это очень красиво, и мне нравится выступать на соревнованиях. Я была в Германии, выиграла чемпионат мира, была в Киеве, в Одессе и в Харькове выступала. У нас дружный коллектив, хорошие тренера. Я занимаюсь этим видом спорта 2 года, и мне очень нравится этот вид спорта. Он очень красивый, на нем очень сложно делать некоторые элементы, но мне это все равно нравится. Я занимаюсь, чтобы быть сильной, чтобы быть красивой, чтобы быть стройной, гибкой. Я хочу добиться, чтобы у меня на каждых соревнованиях было первое место. Полспортом может заняться абсолютно каждый человек, вне зависимости, занимался он спортом, не занимался он спортом. Детки к нам в студию приходят с 6 лет, до 16, до 18 лет. Воспитанники нашей школы стали чемпионами мира. Мы ездили в августе прошлого года на чемпионат мира в город Гамбург, в Германию. Наша Ангелина Грязева, 7-летняя тогда, заняла первое место.